Поздравляем. А мы сейчас слово Софье предоставим. Значит, она у нас пару слов. Может, вместо Софьи? Можно, да? Не камеру, ага. Так, чего надо говорить-то? Почему ты пользуешься продукцией? Потому что она качественная, она натуральная. Мне она нравится, она доступная по цене. Ну, то есть соотношение цена и качество... Настольная. Да, меня устраивает. Любимые продукты? Любимые продукты. Специальное смягчающее средство, крем для рук, да, вот это. Крем для рук 2 в 1, который защитный. Вот всегда покупаю большую упаковку, потому что мужу нравится. Другие пробовал, ну, из других серий, ему не понравилось. Ну, как бы вот только этот. Гели для душа, мыло, вообще все. Крем для ног обожаю, который с маслом авокадо и с алоэ. Зелененькая пяточка, которая. Ага. Вот, очень его люблю. Малышам что берешь? Малышам беру средства для купания, мыло детское нравится. Вот, действительно не щиплет, средство не щиплет глаза, мыло щиплет. Потому что у меня средний любит намылиться. Мыло щиплет. Мыло щиплет глаза. Потому что он намылился и начинает глаза тереть, и потом пули выскакивают из ванной. Мыло это щелочь, конечно. Вот. Ну, все нравится. Не знаю, ароматы нравятся. Как бы у меня даже нету такой продукции, которая бы мне не понравилась. Мы вам скажем, что Софья мама 3 детей. Поэтому вот такая молодая мама. И она у нас еще и работает в Орифлейм. Она потом чуть-чуть позже расскажет.